команды рассчитывают друг друга. Анна, они там поделили уже друг другу свои визитные карточки, но пока очень сложно сказать, в какую сторону качнется чаще выход. Довольно равный получилось первый четверть. И, в общем, каждый из команд пока правильно рассчитывает на конечный успех. Да, я согласна, Рома. Я думаю, что вообще первый отчет получился очень интересный, несмотря на то, что первый матч, волнение и так далее. Тем не менее, были очень красивые моменты, были захватывающие моменты. И я думаю, мы еще много увидим. Но на сегодняшний день, на этот момент, я думаю, итальянки вряд ли справятся лично со Спартаком, поэтому, скорее всего, придется иметь какую-нибудь форму зонной защиты. А нам нужно немножко наладить подбор в защите и, естественно, прохождение заслонов. Ну, вот такое вот наблюдение небольшое. Да, придется нашим девушкам потрудиться. Итальянки не собираются поднимать лапки вверх и вот сдаваться на милость переполненного зала. Начинается вторая четверть. У нас на площадке Сьюбен Келли Миллер, Даяна Таурази, Татьяна Щеголева и Сильвия Фаус. У итальянок Морро, Рафаэла Мосчиарди, Рес. Отлично, Таня Щеголева. Прохожу попадание, да? Антипа Хисов, такой где-то пятерка гостей. Татьяна, нет, все-таки два очка записывают на ее счет арбитры. 8 очков на счету уже еще болевые. В этой встрече она самая результативная баскетболистка в составе обеих команд. И вот едва ли не первый раз мы видим, как действительно так с поля берет инициативу на себя баскетболистка итальянской команды. И смотрите, Мичарди, мало того, что мяч забивает, еще делает этот сволок. Первые очки Рафаэла в этом матче. Щеголева не сумела соперницу накрыть и по бонусной штрафной сейчас исполнили. 3 очка набирают в этой атаке баскетболистки Скио и 25-21. Продолжают итальянки играть в зону, но и продолжают спартаки так методично подбирать к ней ключи. Фол, конечно. Конечно, фол. Перегрузку сделает Келли Миллер. Да, три баскетболистки слева в белой форме оказались против в черной. Ну и, собственно, здесь уже только так нарушением правил Келли Миллер можно было остановить. Может быть, очень уютно Келли себя чувствует в бросках именно с дальней дистанции из угла. Поэтому как-то она и открывалась на точке. Ну вот это болевая точка. Практически она вообще не мажет. Насколько есть еще там пару таких систем нападения с прошлого года, вот я помню, что все практически вчетвером оказывались на одной стороне, и Келли оставалась буквально где-то посерединке, да, между Трубачковой и... 108, где-то 4-5 метров. Да. Вот. Человек практически не мог быть. Да. Ну, чувствует себя уверенно. Но вот сейчас она открывалась именно вот в этой точке. Не пошла она по Трубачковой дуге, но, собственно, не прогадала. Тем временем, Келли Миллер запустила быстро плечевую и вынуждена была исправлять положение пола. Мора поднимает ход вверх и, смотри, Мора все исполняет, не сходя с места, и соперницу обманула, ну и затем бросила. Там успевает Муров не выйти, но получает заслон от Татьяны Щеголевой и спокойно бьет дистанции. Но здесь обратите внимание, как действует Татьяна Щеголева, поставив заслон, тут же она пошла под кольцо, готова была бороться. Ну вот вы видели, на этом повторе мяч провалился в кольцо, Татьяна уже была там. Промахнись, Сью, это был бы подбор, и два очка не исключено, что с фолом. Заряженная на борьбу спартаковки замена Сазия Карсни. Под седьмым номером появляется в составе Спартака турецкая баскетболистка. Дважды становилась она чемпионкой своей страны. Ну вот теперь будет покорять новый горизонт уже здесь, в Подмосковье. Да, ну насколько я знаю, это, конечно, великолепно.